Ну а в столице страны День России отметили балом народов. Его цель – возрождение сплоченности, единения и патриотизма среди студенческой молодежи. Ее представители накануне собрались в колонном зале Союзов. Подробности далее. Уже у входа в этот легендарный зал можно было понять, что тут проходит уникальное событие. Так назвали его строители, потому что в Москве проживает свыше 160 национальностей. И задача правительства Москвы – обеспечить добрососедское культурное общение. 80 дебютантов представили свои традиции через национальные танцы и костюмы. Прошли две пары. Это студенты Петя Артамонов, Михайлова Алена, Новикова Лена и Штейнингер Вячеслав. Все ребята обучаются в московских вузах, Институт стали и сплавов, Университет дружбы народов и Университет технологий и связи. В фольклорной суете было представлено все многообразие танцевальной палитры народов России, где студенты московских вузов ярко передавали всю традиционную культуру своих национальных танцев. Для меня это прежде всего дань традициям, истории, а также новые знакомства и дружеская атмосфера. Любой бал предполагает исполнение классических танцев. На традиционный полонез вышли все участники и покорили взыскательную публику. К этому выступлению их готовили профессиональные хореографы. И результат превзошел все ожидания. Мы в первый год учимся в Москве и сразу попадаем на такой огромный проект, который дарит нам очень много новых знакомых, друзей. Мы практически каждый день ходили на репетиции, у нас узнавали очень много нового, проходили разные мастер-классы, разговаривали с профессионалами. В общем, это необычайный опыт. Было отмечено, что бал народов России дает молодежи возможность проникать в национальные традиции и укреплять межнациональное единство. Анна Саркомова, Наталья Сазонова, Михаил Кулаков, МВК СХ, Москва.